Меня зовут Раис Незамединов, я работаю в санатории АСЫ Белорецкого района Республики Башкортостан. Мое хобби – это народные инструменты, игра на народных инструментах, в частности, на кураи, с использованием горлового пения. Я полностью присоединяюсь к этой акции в фонд поддержки ветеранов культуры и искусства. Я считаю, что их надо поддерживать, и в подтверждение своей поддержки сыграю башкирскую народную мелодию «Игидак, близнецы». Галина Дубриска, Залягина Тулина, Калкубазиска и Ильгам Байболдин. Мультимузыкант, дубрист, кураист и исполнитель башкирского горлового пения «Узлял».